frente a frente, o Shield procura os primeiros pontos, depois de que vai apitar esta partida. A equipa da Colômbia que ainda vinha ali com vários agora na subida ao Venezuela, e por isso mesmo Stefan Medina, que já na altura entrou para o lugar de Santiago Arias hoje. Конмебол, отборный чемпионат мира, это уже второй тур, поединок на Эль Эстадио Националь. Национальный Мурель, Хамис Родригес, капитан команды, и Дон Сапата. Не буду говорить, разорвали, но уверенно обыграли сборную Венесуэлы. Ответ Чили, отличное начало. Увидали, и фирменный иракец, отличная передача от Алексиса Санчеса. И похоже, на дальнюю штангу играл. Заменил получившего тяжелейшую травму. Этот момент облетел весь мир. И мы еще раз знаем Аталанту. И кроме того, Йохан Мохика, левый крайний защитник, латераль 28-летней сборной Колумбии. В истории сборной Колумбии выступление колумбийцев в отборе южноамериканском чемпионату мира, игрок Бормута, и первый гол в официальных матчах для Джефферсона Лермы. Это тоже в определенном смысле дебют. По всему фронту атаки. Вот он, Алексис Санчес, обработал мяч в штрафной. Пытается развернуться, не дают колумбийцы. Хороший перевод. Тренирует чилийцев, а португалец Карлуш Кирош сборную Колумбии. Все смешалось. Уругвай. Вот такие решения. Точечные перестановки. Это нам повторяет. Пытался освободиться от... Сверкают звездочки на южноамериканском континенте. И Кироша, ну, надеюсь, не обидится. Никто не будет португальцу эти слова переводить. Тренеры, но до Оскара Вашингтона. Не перестаем мы восхищаться здесь не этим моментом, когда сзади Давинсон Санчес. Во-вторых, у них на день было меньше времени. Вроде бы вот сейчас колумбийцы действуют за упокой, успокоились. Достаточно таких предпосылок, что создадут гости еще один голевой шанс. А нет, вот он пришел. Алексису Санчесу приходится все делать. Трансляция, графика запаздывает. Ему тоже нужно быть по крайнему. Это делает на данный момент Квадрадо. Логичное решение. Хуан Квадрадо становится правым латералем с громадным знаком минус. Полученная желтая карточка. Алексис Санчес один тут пытается и обыграть, и на нормальную позицию, хотя бы поближе к воротам колумбийцев. И сейчас Алексис Санчес, капитан сборной Чили, в Интере воссоединились чилийцы. Алексис Санчес и Артура Видаль. И Видаль обязательно здесь. И Эдуардо Варгас. Но оттягивать на себя внимание. А вот Сиральта, Артура Видаль головой может забить. Подача. Варгас. Скидка в центр. И здесь все схвачено. На аргентинской земле. Здесь не обслуживать, а именно работать. Арбитры очень не любят термин. Баранкили. Исла в центр. Не попадает. Но будет момент. Алексис Санчес. Вместо удара получается голи за всю стартовую половину игры. А в самом бьюти сам Алексис, улыбающийся с первого тайма. Дальнюю штангу Артура Видаль. Алексис Санчес у Видали. Результативная. Кол плюс. Как не хватает Давида Оспины. Здесь, ну если уж ты, едва Варгас не помешал Видалю, и плохая игра любой латиноамериканской сборной, тем более чилийцам. Что делает на левом фланге Алексис Санчес? Гамбета от Алексиса. Нашему легче сказать, дриблинг, и получает не Лерма, а Хамис Родригес. Прямой ногой. Кто же так играет? Хамис Родригес. Ой-ой-ой-ой-ой. С шипами. В бутсах с железными и вообще
чилийцев, не Алексиса Санчеса. Но здорово обыграл Квадрадо. И вот здесь, опа, вторым ложным движением. Если против Уругвая некий трезубец Варгас перехвалил, я Чили обыграть. Неужели эта серия продолжится? Алексис Санчес. Давинсон Санчес. Позицию в воротах. Пытаясь предугадать действия. Ближайся с нападающим. А так все предпосылки. Лучший снайпер, лучший бомбардир в истории сборной Чили. Это уже 45-й гол. Мяч сопровождает уходящий. Один. Колумбию нам показали авторов голов. Артур, колумбийцы, которые вели в счете, уже уступают 1-2. Посмотрим, что придумает Икейро. Движение пропускал мяч. Автопас, как иногда говорят в таких ситуациях, но он Сапата. И давайте очень быстро. Стивен Альсате опустился назад таким образом. Хуан Квадрат. Ну а впереди Луис Муриэль. 19-й дом. Сапата. 7-й, не раскрывший свой потенциал. А вот Дарио Эррера, аргентинец, главный арбитр сегодняшней встречи, на точку в первом. Талантливые специалисты, способные поставить любой футбол. Один из самых сильных, наряду с европейским, наверное. Пол вряд ли кто-то сможет подобраться. При этом у себя-то дома... Хороший перформанс сегодня от Пинареса. Убийца в штрафной чилийцев. И возможность организовать быструю контратаку. Эдуардо Варгас. Внятно совершенно. И как на подборе действия. Я его обозначаю как чилийский Лука Модрич. Джейсона Мурио. Вставай же, Джейсон. Все голы в первом тайме. И затем Исла в центр. Здесь не дорабатывает Лерма, кстати. Футболист. Невероятно, но факт. И Лерма здесь домик пробрасывает Арангесу. Не притакивается результатов. Сборная Венесуэлы второй матч к ряду проиграла. А здесь сбивают Алексиса Санчеса. Тот же Себастьян Вегас из Монтеррея. Тоже защитных функций. Вот он был. Возможно, Давинсон Санчес и Радамель Фалькао. Стенка не проходит. Алексис против Давинсона. Интер против Керхта выиграл. Но за счет преимущества при очередные матчи. Колумбия 12 числа сыграет дома против...